Молодые работники Столинского ГОКа в рамках грантовой программы «Стальное дерево» реализуют масштабный проект по благоустройству Старого Оскола. Гранты предоставляют социальный партнер НЛМК, благотворительный фонд «Милосердие». Специалист отдела организационного дизайна и управления численностью с ГОКа Александр Долгов решил создать в Староскольском центре эколого-биологического образования детскую лабораторию. В Центре эколого-биологического образования дети получают новые знания в области охраны окружающей среды. Здесь они собирают пробы воды, воздуха, почвы. Но есть проблема. Дальнейшее проведение анализов им просто негде осуществить. И мой проект «Экологическая лаборатория» направлен на то, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Я предлагаю приобрести детскую экологическую лабораторию. Она представляет собой комплекс мини-экспресс-лабораторий. То есть это небольшие ящички, в которых есть пробирки, обязательно методические пособия, химреагенты. Мини-лаборатории настолько универсальны, что позволяют проводить анализы не только на базе центра, но и в школах города, детских садах, на выездных мероприятиях на природе. Для удобства их проведения будет приобретен и лабораторный стол. Экологическая лаборатория позволит повысить интерес школьников к изучению окружающей среды, провести более 3000 анализов в течение 2-3 лет, направить школьников к получению дополнительного образования в области экологии. А также я уверен, что юные жители округа в будущем станут частью единой дружной команды группы НЛМК.